Здравствуйте. Мы продолжаем серию рубрик о защите прав потребителей. Как не совершить ошибку при покупке квартиры, машины, дачи? Как защитить свои права и вернуть некачественный товар? Все это мы расскажем в моей рубрике в программе «7 до 10». Ну а сегодня я вам расскажу о том, как защитить свои права в случае, если на ваше авто упала куча снега. Там обратился наш подписчик Андрей и рассказал такую историю. Он приехал в гости к своему другу, поставил автомашину возле подъезда, и через 3 часа после возвращения он увидел на капоте автомашины большую кучу снега. Что делать? В первую очередь необходимо заснять всю окружающую ситуацию и не трогать автомашину. Все сфотографировать, как стоит автомашина, следы, машина двигалась, не двигалась, а также снять окружающую ситуацию вокруг и установить, откуда упала эта куча снега. Либо это было кем-то брошено, либо это упало с крыши дома. После чего необходимо обратиться в отдел полиции и вызвать наряд для того, чтобы они зафиксировали. После того, как вы напишете заявление, участковый инспектор соберет материал и установит виновное лицо. После установления виновного лица вы можете уже оценить имущественный ущерб и предъявить виновнику претензию о возмещении причиненного ущерба. И в случае, если виновник в добровольном порядке не возместит нанесенный вам ущерб, в этом случае вы можете обратиться за защитой своих прав в суд. И помните, что закон о защите прав потребителей всегда на вашей стороне.